Пока, Лаки. Я тоже хочу посмотреть. Ух ты, туннель. Рики только что издавал какие-то странные звуки. Наш малыш никак не хочет. Ночью, когда все уйдут, я должен придумать план побега к Лаки. Живут поодиночке. Хай, ты на канале Magic Family. Меня зовут Аня, и со мной мои собачки. Но у нас на канале есть еще и много других животных. Например, хомячки. И сегодня у нас будет переселение в новый дом. Так что нажимайте кнопочку подписаться внизу, ставьте большие пальчики вверх и давайте начинать. У нас в этой клетке в большой живет два хомячка. Рики и Лаки. Рики и Лаки, девочка и мальчик. И теперь мы будем их расселять. Да, Мишань, будем расселять малыши. Сегодня наш красавчик, мальчик по имени Рики. Софиш. Рики, давай иди сюда. Рики, пошли. Да, я достану. Мам, ну мне так хочется с ним поиграть. Будет переезжать в новый дом. Вот он наш малыш. Иди сюда. Иди сюда. Прощайся со своей подружкой. Вот он наш маленький Рики. Привет, наш Рики. Маленький... Эй, Рики, привет, Софи, Рики. Перестань. Наш малыш Рики, наш красавчик. И сегодня он будет переезжать в свой суперкосмический коттедж. Да, Рикуся. Да. Попрощайся пока со своей подругой и будем готовить его новый дом. Вот он наш космический домик. Я здесь сделала большой длинный туннель. Если вы видели наше прошлое видео, я уже там все показывала, что у нас здесь домики. И сейчас мы будем готовить клеточку Рики к его заселению. Мы сейчас насыпем сюда на донышко ему наполнитель. Насыплю побольше Рикусику нашему, чтобы он зарывался туда. Ему очень нравится, я заметила, зарываться. Я сейчас Рикусе подготовлю постельное белье. Это у него одеялка будет и простынка. Потому что ему очень нравится зарываться в эти бумажки. Положим ему в домик туда их, чтобы он там их сам уже распределил как надо. Мисочка вот такая будет, совсем не маленькая у Рикуси мисочка. Мужская, настоящая. В поилку я уже налила воду. И сейчас мы ее просто вставим сюда, чтобы Рикусик наш пил водичку здесь. Я читала, что корм Витакрафт хороший для хомяков, но я достаю из него вот эти все покрашенные штуки, оставляю только самые натуральные. Но он почему-то все равно сам их по себе не ест, всякие цветные корминки. Вот, положим ему сюда еды. Все готово для заселения. Ой, что-то клетка заела у меня. Но нет, все нормально. Пока, Рики. Пока, Лаки. Софи очень любит Рики. Она очень прям хочет с ним пообщаться. Рики, я надеюсь, ты попрощался с Лаки. Потому что теперь вы будете жить раздельно. Я надеюсь, тебе не будет скучно там одному. Но мы постарались сделать все, чтобы тебе было не скучно. Заходи в свой новый домик. Рики теперь будет жить в своем новом домике. Сейчас посмотрим, пойдет ли он изучать территорию, сходит ли он в тоннель свой, в туннельчики, у него здесь их несколько. Рики изучает территорию. Я тоже хочу посмотреть. Софи. Ну, Рики же мой друг. Умывается. Все-таки запрыгнула, да? Ну, я тоже хочу посмотреть. Все-таки умудрилась запрыгнуть. Он же мой друг. Ну, смотри, смотри, да. Я должна знать, куда он переехал. Да, там Рики. Ой, куда он ушел? Где Рики? Софи. Ну, в домике, наверное. Рики пошел в свой домик. Я так хотела, чтобы он пошел в спортзал, чтобы он пошел побегал в колесики, но он еще, наверное, не понял, что у него есть такой спортзал. Рики в туннель пошел! Рики в туннеле! Рики пошел в туннель! Он обнаружил свой спортзал! Рики, давай, догадывайся залезть на лесенку! Рики, смотри, у тебя тут колесико! Смотри, колесико, Рики! Рики, это же колесико твое любимое. Так, Рики должен изучить территорию. Это что такое? Это у меня домик-будка. Так, здесь у нас что? Миска? Хорошо, ладно. Ух ты, туннель. Туннель, это прикольно. Интересно, куда он ведет? Он ведет в какое-то странное помещение. На домик у меня залезть не получается. Ну ладно, ничего страшного. Так, тут у меня поилочка. Здесь поилочки и место. Отлично, все хорошо. Так, миска, я уже ее смотрел. Что еще? Дом, опять дом. Каждый уголок надо изучить. Надо изучить каждый уголочек. Каждый уголочек этого моего нового дома. О, окно. Ух ты, еще один туннель. Туннели, это круто, мне очень нравится ходить по туннелю.
туннелем. Так, посмотрим, что у нас здесь такое. Отлично, сейчас посмотрим, куда ведет этот туннельчик. А туннельчик этот ведет опять в дом. Надо прибраться в своей спальне, вдруг гости придут. Привет этим случайным ребятам за репост из нашей группы ВК или со страницы мамы. Спасибо вам за помощь нашему каналу. Всем привет передаем, да? Да, Юля. Ночью, когда все уйдут, я должен придумать план побега Клаки. Не буду же я жить без нее. Так, может быть, я прогрызу дырки в клетке? Может быть, залезу на дом? Нет, вряд ли получится. Так, что еще? Какие еще есть варианты? Давай, думай, Рики. Рики, думай, ты должен подумать хорошенько. Рики должен придумать, как забрать ему Лаки сюда или обратно вернуться к ней. Может быть, мне попробовать зайти в туннель и прогрызть там дырку, например, в туннеле? Нет, похоже, дырку прогрызть в туннеле не получится. Но, может быть, мне... Или все-таки получится? Может быть, мне попробовать вот эти резинки как-то отсоединить, выпнуть эту часть туннеля ногами? Нет, вряд ли. Я, наверное, слабова для этого. Хотя идея была неплохая. Посмотрим, какие еще есть варианты. Может быть, вот здесь как-то залезть на миску и запрыгнуть как-то наверх? Нет. А может быть, выбить вот это окошко? Или наоборот? Нет. А вот этот уголок? Может быть, мне залезть на поилку и из поилки выпрыгнуть через крышку и выпнуть ее ногами тоже? Нет, ногами тоже не получится. Я же уже понял, что я слабый. Какие могут быть варианты? Ладно, пока поем лучше. Поем и успокоюсь. Да. А сегодня, ребят, на моем канале Any Magic в 6 часов вечера мы с вами научимся заставлять разные предметы летать. Такая большая мисочка, что можно из этой мисочки лучше сделать ему песочницу, а поставить туда другую мисочку. Рики только что издавал какие-то странные звуки и копал пол в своем спортзале. Наш малыш никак не хочет идти в колесо почему-то. Ну что ж, а Лаки пока осталась одна в старой клетке. И совсем скоро она будет переезжать в свой новый двухэтажный коттедж. А пока посмотрим, как Рики и Лаки живут поодиночке. Не забывайте подписываться на наш канал и скоро увидимся. Пока! И Лаки тоже будем переселять? Да. Круто. Тогда... А что, уже все сняли? Ну ладно.